Архиерейская литургия состоялась накануне годовщины освящения Веденского домового храма при русской классической школе в Челябинске. Уникальность этого учебного заведения в том, что ребята здесь не пользуются гаджетами и занимаются по пособиям Ушинского и других классиков отечественной педагогики. Русская классическая школа «Родное слово» расположилась в отдельном здании в центре Челябинска. В камерном учебном заведении занимаются 100 детей. По пособиям Ушинского и других классиков отечественной педагогики. Не приветствую здесь гаджеты, поэтому дети больше читают, общаются, играют. А сейчас готовятся к Рождеству. В холле стоит елка и камин с украшениями. Развешаны праздничные шары и гирлянды. В классах – картины. Дети рисуют вместе с преподавателем рождественские истории. Школа хоть и компактная, но место для собственного храма в ней нашлось. Домовую церковь в прошлом году освятил владыка Алексий. Она как раз посвящена введению во храм Пресвятой Богородицы. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные. На литургии в храме при школе дети разного возраста, родители и педагоги. Правящий архиерей поздравил всех с престольным праздником и вручил ученикам на память книги с поучительными рассказами и иконочки святого Василия Миасского.